Всем привет, это Хуга Клаб Шоу, и здесь, собственно, вот такой вот маленький пиздец, и до кого доебаться даже ни понятия не имею, да? А, ну, наверное, думаю, мы пройдемся вначале по самым таким жирным стендам, да, у кого много бабла, а потом пойдем к простолюдинам вот сюда. На самом деле, даже на выставке умудрились разделить, блядь, социальный слой. Богатые, блядь, бедные, нахуй. Как бы, да, и, собственно, пойдем сейчас, наверное, с Дарксайда, первым делом заберем там мешки, подарки, ништяки, и потихонечку пойдем. А, на ВТОшку надо зайти, у них появилась какая-то новая органическая линейка, и там есть голландские шишки. Собственно, все это попробуем, покурить, попробуем, и начнем потихонечку до всех доебываться, как обычно, все по классике, это Хуга Клаб Шоу. О боже, это Колян, Колян. Уважаю, давка. Колян, что, надеюсь, у тебя не как у типичного, а то табак не прозрачный. Он охуел, ты сам знаешь, да? Не прозрачный. Лучший табак в России, это от Коли Саркози, давай подтвердит, пойдем. Коля Саркози, иди, брат. Так, короче, мы сейчас зайдем, уже там Рубилова идет, и, собственно, там разберемся. Ну, собственно, мы идем на стенд ВТО. И будем пробовать новую линейку органик. Что же это? Что же это? Почему я не знал, что есть какая-то новая линейка? Это был секрет. Даже секрет? Для близких, даже для близких. Короче, ладно. Новая линейка, я уже читал. Зачитывай. Слушай, у меня есть пару вопросов. Что, блядь, происходит с ВТО? Что такое? Ароматика, ну, не такая крутая. Кому ты расскажешь? Лист, блядь, какой-то другой. Не может такого быть. Серьезно? Либо подделка. Какая подделка? Никаких подделок нет. Я недавно поехал, купил у кого-то, ну, в магазине в эту ложку кукурузу. No. Мне нужно было купить. No. Я ее забил и продал не Куда то. Куда ты ее забил? В чашку. Какая чашка? Вален. И? Ну, не и то. И забил в эту ложку, которую вы мне давали тогда, отправляли. Да, у тебя есть номер телефона, набираешь, говоришь, вот, серый. Да, я хочу на камеру, у меня, видишь, претензии, братан. Официальные. Все претензии. Все хорошо у нас с кукурузой. ВТО охуенная. Как там, ты мне другое писал? Он мне писал в натуре, братан, в ВТО. Как там производители все говорят, у вас кривые руки, блядь. Вот эти казахи. Ладно, пойдем попробуем. Где попробовать можно? Вот здесь у пацанов. Пацаны, я понял дальше. Опа, VIP-браслет. Опа, видели, да, кто мне браслетик одевает? Вот так вот быть блогером, блядь. Давай, блядь. Здесь пизда, как шумно, блядь. Голландские шишки. Ну, я понял, да, я знаю. Здесь, короче, есть новый вкус, голландские шишки, линейка органик, кориандр. И все? И там еще два чебрец и... Что еще там есть? Чебрец на той стороне стоит, берег здесь. Берег там есть. Берег хуйня. Ну, если я курил уже, у меня я бочку открывал с берегом. Три вкуса новых. А, ну все, ладно, пробуем шишки. Пробуем шишки. Я как бы спец в шишках, вы знаете. Шишечки, знаешь? Дайте кориандр. Шишка, она отвлекает. Пацаны, можно кориандр? О, это рыжий с мамуни, йоу, привет. О, это рыжий со слова, ебать. Как тебе шишки? Что-то странный вкус шишек. Пробуем дальше. А вот кориандр топ. Кориандр топ? Да, бля, слушай. Правда, топ кориандр? Я знаю, чем сейчас пахнет? Есть черный хлеб, который... Ладно, пойду попробую чебрец. Пойдем сейчас попробуем. Да, еще попробуем. И, собственно, вот такой вот вкус. Мы сейчас тоже их попробуем. Я попробую без мундштука покурить, не похуй. Но это чистейший хербал, блядь. Чистейший, мать вашу, фиточай. Да,
вкус не очень, не очень, не очень. Алло, привет. Эй, hello, hello. Hello. How are you? Fine. Work, work, work. Я, короче, по-английски хуёво шпрехаю, да? Но как тебе Россия? I don't speak Russian. Так, не холодно тебе здесь? That's my brother. That's my brother from Russia. Что нового посмотрел? Как тебе выставка? Все ли тебе нравится? Что из продуктов тебе понравилось? Driveless, I think it's... Hey, Nava. Ну что вы мне расскажете, друзья? Ты кончил? Да. Надо пойти покурить. Как тебе вся эта выставка? Пока ничего не могу сказать, но по ощущениям охуенно. Может, ты трезвый? А я не бухаю. Где девочка твоя? Сейчас приедет. А. Она в гостишке, пока красоту наводит. Все, понял. А, короче, по ВДОшке все понятно. Взял 3 баночки новых вкусов, потом дома прокурим, нормально посмотрим, что здесь. А у нас здесь стенд Hookah Place, это один из самых лучших операторов в мире. Да, да. Почему он самый лучший? Потому что даже у меня на него не хватает денег, поэтому я хожу, снимаю сам. Короче, стенд Hookah Place типичная, ну, типичная просто лаунж-зона. А здесь обычно тусят все Hookah Place-овские и, знаете, так на всех смотрят так типа снизка. Вон, там кто-то фотографируется с иконой. Да, она в нем же между ног потекло, я вижу прям уже. Вон, смотри, вы просто посмотрите, а руки дрожат просто. И по Антону взгляду видно, как его это все заебало просто. Он, видите, как и я, он 2 фотки сделал и технично сливается. Типа надо куда-то, но ушел. Да, это стенд Hookah Place, здесь своя атмосфера, как бы, вам что-то наливают, что-то разливают, ну, такая движуха. Он для Hookah Place-овских, вот, типа вот таких вот. Погнали дальше. Воу, есть вот такая вот плиточка, это у нас от Дали. Привет. Расскажи, что по плитке, какая цена, стоимость. А, давай. Привет. Да, выпустили недавно плитку. Основная особенность, что 4 тена из цельно тянутой нержавеющей стали. Сколько стоит отдельный тен? Отдельный тен стоит 200 рублей. 200 рублей? Да. Охуенно. Очень легко меняется. Мы снимем видео, где будет наглядно это все. Любой пользователь сможет сам поменять. А я такую же видел плитку. Да? Где? Да, только она закрывалась сверху. И сколько она стоила? Она стоила 15 тысяч рублей. А это 2,5. Серьезно? А когда это будет? Коллаборация с фрегатом? Нет, что там? Сейчас греется. Что это? Фрегат? Фрегат, да? Коллаборация года? Короче, короче, мы вот так вот подходим и к вот этому красивому дядьке доебываемся. Поздравляю с акцизом. Ну, мог еще поздравить нас зимой. Ну, я мог, но я сейчас поздравляю. Спасибо. А, уже же весна. А, да, да, март. Так, полгода. Что еще нового у вас? Смотри, самое главное для нас – это крепкая линейка. Мы ее долго готовили и хотим, чтобы ты попробовал и сказал, как тебе. Да попробуем. Вот так, да, она выглядит? Ну, что, тест упаковка, здесь еще нет вот этих смертоносных надписей. Ну, я понял, да. Попробуй, там еще классическая линейка Spectrum 4 новых. Да, мне Юра говорил уже. Все, ладно, это Spectrum, крепкая линеечка. Сейчас попробуем что-нибудь зарубить, свеженькое, крепкое. Слушай, дядя, ну как, крепко тебе? Крепко, классно. Что можешь сказать? Ну вкусно, а так в принципе эвкалипт понравился. Овсянка прикольная. Орешки классные, но не мое. Ну чисто не мое, но покурить можно. А так все классно. Это Spectrum, крепкая линейка. Короче, вот этот дядька не хочет мне давать на обзор прямо сейчас. Я скажу сейчас так. Крепенько, я курю утрешняя манго. Прикольное название. Утрешняя манго, как утренний стояк. А довольно-таки крепко. Это я просто кашляю, не обращайте внимания.
делать, так вот на меня бывшая моя смотрела. Семерка. Ладно, идем дальше. Это был Spectrum. Еще раз поздравляю. Спасибо за подарочки. Милаха. Мы приближаемся, наверное, по моему мнению, к самому охуенному табаку и, конечно же, к самому охуенному стенду. Это Dab. Это Dab. Опа, охуенный стенд. Охуенные футболки. Ну смотри, что мы сегодня видели по трассе. Так, вот это... батарея. Смотри, что мы видели. Опачки. Делориан ехала куда-то. Это крауновская тачка. Блядь, я хотел сказать, что к нам не доехал. Ну ладно. А мы еще такие едем, я говорю. Это походу на Ромчик везет. Думаю, хотя застройка уже кончилась. Короче, где новые вкусы? Прямо два рядышка. У нас сегодня на сцене на полигрупп. Я знаю. Закрытый предпремьерный показ нового сырья. Там все курят кальяны на новом сырье нашем, который мы через пару месяцев только запустили. На новом супер охуенно. Что это? И на автопате, да. Ладно, пойдем покурим новые вкусы и посмотрим, что это вообще такое. Это стенд Масхева. А, довольно-таки почему-то здесь пусто, а там полно народу. Багарская фабрика делают, стали очень популярны, особенно в этих, как его, блядь, в регионах, потому что не очень дорого. И вот, собственно, вон два чувака о чем-то спорят, походу не могут что-то поделить. Типа, ты иди сядь туда, бля, и сиди и не вставай, нахуй. Бля, тебе подходят блогеры, бля, ты хуйню пиздишь. Сядь здесь и сиди, больше не вставай. Заебал уже. Все, меня спалили. Все, говорит, он ему говорит, рот закрой, ничего не говори, я сам все, что надо, скажу. Видите, ничего не сказал. А этот скажет, как дела? Вот так вот, просто отлично. Охуенно. Да. Что нового? Ну как у всех, гранат осталось и понравиться не будет. Ладно, must have. Ровно год назад, они взорвали, этот стенд взорвал темой, вот этой всей крутящейся хуйней. И, конечно же, все подхватили, но ни у кого не было подставок. С чем связано? Дорого? Ни у кого не было поставок? Нет, все просто вредят. Как эта хуйня называется? Пойдем к ней. Да я знаю. Люминос. Поставка Люминос, да. Люминос, да. Да. Вот это же штучка как? Эликсир. И, ну, он продается в магазинах уже. Есть в магазинах, они больше кондитерские истории. Здесь, вот, да. Здесь вы, короче, все начали просто засыпать в кальяны и выебываться. Но ни у кого, сука, вот так вот это не крутилось, блядь. Не получится. Посмотрите. Все очень просто, я запомнил. А вот это, этот эликсир имеет какие-то частички, а эта подставка магнитная. И за счет магнитных волн это все крутится. Да. Все, короче, я выучил. Давай заключаем контракт, я буду амбассадором. Будешь мне платить деньги, я буду рассказывать, что это магнит. На камеру должен сказать, да? Короче, ребят, это не литекс. Это не литекс, блядь. Это не литекс. Это самое охуенное чистящее средство. Но Дава пидор. Нет. Скажи, Дава пидор. Нет, ни в коем случае. Да, Дава пидор, так и скажем. Короче, ребят, это не литекс. А куда гречку складируете? У нас вон там вон уже. Что вам при... Кстати, ребят, вон уже идет акция. Нужно принести то, чем ты моешь кальян, и тебе дадут нелитекс. Давайте, собственно, посмотрим, какие же в мире бывают долбоебы и чем они моют, да? Так, давай посмотрим. Антибактериалочка. Надо было... А мироместина нет, братан? Пока не приносили. Мироместином никто не мыл? Кто-то вам рекламировал?
рекламу Абарита захуярил сюда. Так, водичкой. Опа, это у нас пищевая гречка, соль. Давай, ебаш. Мистер Про... Ой, мистер не детекс там станет. Мистер Пройдер, блядь, иди сюда. Вот стан, надёжь, здесь отличий. Он её затяг курил? Нет. О, ему хуёво. Не включай камеры, я один весь скажу. Да это дав-то покурил, бро. Легенько. Виски? Хуя. Да нет, что-нибудь легенькое прям вообще. Смотри, выбирай, что ты хочешь. Давай я ром тебе сделаю вкусно. Давай, короче, мне ром колы и чуть-чуть виски. Бокал я принесу. Есть кракен, братан. Похуй вообще ебать, я не шарю, я ж не алкаш. Ром. А это стенд Оазиса. Это что, блядь, за плитка? Что сегодня? Выставка каких-то охуевших плиток, блядь, или что это? Я понял, это плитка же, блядь. Ну да, кстати, охуенная. Охуенная. Если, блядь, без всякого, то... Эй, Брэндон! What's up? Привет, как у тебя дела? I'm fantastic. Как выставка тебе? Как Санкт-Петербург? Ты уже здесь уже был, как тебе все это? You know what, if I knew what you were saying, I'd answer your question. Что интересного видел по стендам здесь? This place is amazing. I'm having such a great time. And I wish the absolute best for you. This place is amazing. The tobacco... Как ты относишься к людям, которые не знают великого русского языка? Как ты к ним относишься? All right. Переконаёбим, вот так вот. А потом новую модель, переконаёбим её, вот так вот. И будем хайповать, да? Мы ещё много раз стреляем. Чё лучше, чем лучше, а вот это вот это? Оба хорошие. Ну, просто по дизайну чё больше нравится. А, ну вот, да, как я и говорил, будем ебашить. Потом сделаем вот так разрезы, потом вот так вот, потом вот так. Потом его сделаем вот здесь. А потом в колбе. А потом в колбе, да? А потом... Чтобы это все продувалось внутрь колбы Альфа-Кука. Я ждал, где кальян новый? А? Где новый кальян? Вот. Где? Это не новый. Для нового кальяна. Это то же самое, что кальяны от Ивана. Просто новое название придумал, новая модель. Надо что-то новенькое. Где, блядь, ваши директора нахуй? Ладно, это Альфа-Хука. Ребята молодцы, очень пиздато стрельнули так, что просто начал поделывать весь мир. Пойдем дальше. Сегодня вот такая вот у нас рубрика. Помните, как нихуево продувался вот этот кальян? Давайте посмотрим, как продувается новая модель. Пиздец просто. А ты в курсе, что он тебе хуй набил на ноге? Я видел, так я и попросил. Это стенд кальяна Душа. А вот такая вот пешечка. Но самое интересное, я думаю, нас ждет там. Нужно найти кальян Фрэнки. И мы вот так вот в наглую, вообще ни капли не парясь, обойдем вот сюда и посмотрим на этот кальян. Вот такой вот кальян, это мать твою Фрэнки. Я на самом деле думал, будет выглядеть побольше все, но как-то поменьше. Ну ладно, хуй с ним. Жора, а где стенд? Жора, где стенд? А ты будешь на кука-клаб-шоу? Жора, а где твой стенд? Жора! Почему тебя не будет, Жорик, где твой стенд, блядь? Нет, где духу покурить? Где курить медвах, блядь? Жора, блядь, где стенд, блядь? А это самая охуенная зона Дарксайда и Дели Хуки. Она максимально закрытая, только по личным пропускам. Вот здесь лезь.
Капуста, блядь, сука. Я прикалываюсь, я знаю, знаю. Здесь есть пожрать. Вкусно? Очень. Елкин, вкусно? Головиш не обходит просто. Вот это все можно взять, что хочешь, что не хочешь. Все это покушать, это есть такая зонка. Конечно, да, это немного как-то разделяет социальные слои, но... Но можно посидеть. Можно посидеть. Спокойно. Спокойно, где никто тебя не будет трогать. Потому что кто здесь сидит, и вообще поебать. Да, пацаны просто похавать, Даша. Йоу, это северные. И это дискотека, но на дискотеке почти нихуя никого нет. Слушай, давай, объясни всем, что вас не закрыли, что вы так же делаете, что у вас все, блядь, нормально, нахуй. Ну да, так и есть. Просто все говорят, все, северный закрыли, больше северного не будет. Бля, знаешь, у каждого в жизни происходит период, когда надо выходить из черной стороны в белую. А, и мы как бы... Ребрендинг. Ну, немного, да. Но ты увидишь, я думаю, один из первых, как бы, мы тебя закинем в успех. Я знаю, что ты его не очень любишь. Да. Но мы прикуримся, блядь. Все, все решили. Короче, так что... Ну-ка, сделай вот так. Короче, чисто по-питерски, это компания Smokey Do, и она всегда все носит с собой. Юзай промокод до воды на самые пиздатые мундштуки. Короче, честно, ребят, я считаю, что на подобных выставках нужно запрещать людям ставить свою музыку, потому что, ну, реально от нее нет толка. Ты идешь и просто не понимаешь нихуя. У одних и играет хип-хоп, у вторых живая музыка, у третьих хуй пойми что вообще, как бы. И непонятно, я бы сделал бы как-то единый формат, не знаю. Либо потише делать, либо как-то еще. Эй, чувак! Эй, чувак! Жора! Жора! А где твой стенд? Сейчас мы туда зайдем. Короче, что у нас здесь есть? У нас здесь есть Саша, ну а хули? И Пашкевичус. Да, да, да. Логотипчик. А это что такое? Ну представляй. Когда ты открываешь коробку кальяна хулигана, у тебя лежит конкретная бита. Двухкилограммовая реальная бита от нашего проекта. Ты скручиваешь эту часть, и у тебя получается... Веселая штучка. Судя по обработке, могу сказать, что это сделано прям вот, чувствую вот почерк Мэтт Пира, блядь. Да ладно, сам пил. Короче, здесь сидит Новохулевская такая движуха. А, да, да. Жора, а где, блядь, стенд твой? Заебал. Где дух покурить, где? Где стенд? А, так неинтересно, где стенд? Так, что у нас здесь? У нас здесь есть чуваки, есть большой дядя, который сделал правильный выбор. Добро, добро, я услышал. Прикольный хулиган кальяны. Ну, ладно. Да, как у тебя дела? Заебись, Даша. У меня всегда все заебись. Ладно, пойдем. Погуляем дальше. О, здесь у нас есть... Ваня, привет. А, как-то с незаходочкой он поздоровался. Привет. Слушай, давай объясняй, блядь. Почему все меня... Почему меня заебывают твоим, блядь, северным? Не знаю. Дава, а что, северный больше не будет? Дава, а что, северный закрыли? Дава, а северный будет? Но у него будут стенды. А правда, что у них будет ребрендинг, и они больше не будут северный? Давай, давай, отвечай. Стенд есть, все будет, но не сразу. Ребрендинга не будет. Посмотри,
арестовали? Говорят, тебя в тюрьму посадили. Нет. Все, вот, все, нет. Здравствуйте. Вы не устали эту землю убирать еще? Наша работа. Я понял, но как вы думаете, это разумно было набросать? Конечно, нет. А мне кажется, они просто дурачки. Такое сделать, ну как такое? Целый день нет. Как такое можно вообще? Утро, как так? Новая какая-то линеечка Airflow. Новый уголёк. Ебать, ты кто такой, нах? Я доктор Эммет Браун. Че там, братан, он был худым? Из будущего, блядь, приехал. Из 1950 года. 1950 года я приехал. Вот такая вот. Новый уголёк. Кстати, мы были свидетелями, как эта тачка опаздывала на выставку. Да, вчера, блин. Это что такое, пацаны, объясняйте. Новый уголек. Airflow. Принглс рифленые. Две грани ребристые. Принглс это чипсы. У нас две грани рифленые. Поступает воздух перпендикулярно отверстию в галауде ставим при затяжке. Дополнительно идет притяжка воздуха на 20-30%. Увеличивается время горения. Конечно, забирай. И еще? Жаропередача увеличивается. А, Краун. Очень старая компания. Да. Я в прошлый раз к вам подходил. Неоднократно ты к нам подходил. Было так себе. В этом году как? Вы нормально смогли уже разогнаться и стереть старые чернила? Стереотипы. Да, старые. Давно. Этот стереотип, который был, это было 2 года назад. Прошло с тех времени 2 года. Все вышло по-новому, все круто. Новая фабрика. Мы построили все с нуля. Новая производственная линия. Все вообще круто, все работает, все четко, приходите. Прикольно. А какие изменения, что вы поменяли в Крауне, что интересного есть? О, статуэтка до сих пор, да? Оскар, да. 16-го года Оскар, заслуженный. И вот смотри, давай вернемся к Airflow, у него очень такое громкое название все-таки, да? Вот много раз люди пробовали, производители угля, делать что-то интересное с углем. Делали даже дырочку в центре. Да, делали дырочку в центре. Вот это работает, реально, проверяли? Это работает на каждом кальяне, 2 дня уже работает. Дам тебе домой, попробуешь. А я это забрал, работает. Вот. Это реально работает. Да, оно не увеличит срок его службы в 2 раза, 5 часов ты не будешь на него. Да это нахуй не надо. Прям из будущего, прям, блядь. Да не надо это все. Все нормально. 1.5 часа, все отлично, все будет куриться. Держи. Взял. Держи у себя на обзоре. Запили, будем признательны. Сделай честный, непредвзятый, как всегда, обзор от тебя. Ну, прикольно. Ждем. Кстати, походил по выставке, по углям. Но никто не представил ничего интересного. Я вот сейчас увидел, думаю, это кто их так погрыз, блядь. А у остальных все как бы по стандарту. Да в углях уже тяжело чем-то удивить, да даже и в табаках. Мы вот идем, стараемся вот хоть как-то вводить какие-то инновации, нововведения. Но если бы не эта тачка, я бы, наверное, не узнал бы, что есть ребристый краун, рифленый краун. Рифленый, да. Пиво. Многие говорят, рифленый, как презервативы, там, да херня это все. Это реально работает. Ну это сейчас, это реально единственное, что интересно есть по выставке среди углей, потому что я даже углей не снимал, почему? Потому что, ну, что трудно удивить. Да, трудно. Ну, есть 25-й, есть 22-й, да? Есть вот, доктор. Есть доктор Эммет Браун. Да, назад. Все круто, все круто. Кстати, я же заметил, многие что-то ёбнулись, грубо говоря.
вот это будущее, под эти вот, как, стимпанк, что это, стимпанк, короче, дафпанк, короче, грубо говоря, такая хуйня, вы, блядь, потом, ну, как бы дафт, он изначально такой же уже и был. Мы вернулись немножко вот в классику, да, на 30 лет назад, люди, кто приходит, люди моего возраста, твоего, люди, которые знают, что вот это за автомобиль, они в теме, они секут фишку, они понимают, что это. Ну, шла пальцы со мной. Куда? Назад в будущее! Назад в будущее! Это жизнь! Марти Макфлай! Назад в будущее! Нормально, краун умеет удивлять. Попробуем Airflow. Интересная рифленка. Запилил у себя это моторчик. Слушай, ну вот смотри, рифленки не обладают менее плотностью и как грубо угольки, как уголки. А не будет такого, что он за 15 минут все вот эти кранки сотрутся? Нет, вот они все стоят. Да, он не вечный, он спилится, естественно, через полчаса, да. Через 40 минут он умрет. Это не железяка, это уголь. Но не сразу, не сразу. Все будет нормально. Попробуй. 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 Интересно. Запили у себя в обзоре. Разжигаем на плоской, это курим на ребрах. А, курим на ребрах, разжигаем на плоскости. На плоской, курим на ребрах. Смотри, ставим ребрами перпендикулярно к этим отверстиям. Да, он проходит. А, да ну нахуй! Да. Понял, понял. Ну ладненько, это Airflow, это доктор. Доктор Эммет Браун. Да, вон он там. Back to the future. Special for Dava Team. А это у нас Airflow. Попробуем, потестим, что из этого выйдет, но мы идем дальше.